Новая реальность. Ну вот и снова с вами я, ваш Безонотропище. Сегодня, мне кажется, сошел с ума, проведя целую неделю увлекательных игр на Sony PlayStation. Огромное количество времени я убил, играя в стратегию под названием Command & Conquer. После огромного успеха этой игры на персональных компьютерах, она не могла обойти и Sony PlayStation. В игре вы можете выбрать одну из двух армий, которые будете командовать. Причем этот выбор приведет фактически к двум разным играм. Играя за сторону ГДИ, вы столкнетесь с жестокими битвами на территории Северной Европы, где главной задачей является защита мирного населения. А если вы выберете Братство Нот, вам придется вести затяжные боевые действия на Дальнем Востоке. И здесь у ваших легких войск будет возможность как следует развернуться. Но чтобы добиться в игре успеха, умение вести боевые действия мало. Во-первых, нужно вести боевое строительство базы, то есть вы должны отстроить и оснастить свою базу. Во-вторых, чтобы выполнить все задания, вам придется не только работать пальцами на джойстике, но и тщательно продумывать каждый шаг битвы. Некоторое время вам покажется, что джойстик медленнее выполняет команды, чем мышка, но придется привыкать. Управление в игре не очень легкое. И всем, у кого есть свободное время, я могу спокойно посоветовать эту игру. Играйте и выигрывайте. Ну вот и еще одна свежатинка. Игрушка Skull Monkeys. Это очень привлекательная игрушка с очень смешными заставками. Игра выполнена на двухмерном пространстве, но тем не менее, здесь очень много действия. Глиняные персонажи очень хорошо двигаются. Это Action State Scroll с множеством врагов и различных power-ups. Это, несомненно, привлечет любителей приставок. В игре куча графических эффектов, заметно украшающих игру. Действия происходят в различных зонах окружающей среды, где глиняные персонажи, обезьяны и еще всякие разные чудовища действуют, думают, решают головоломки. В этой игре ничего не добьешься, если головой не подумаешь. Ну вот и пришло время переходить к вопросу. Итак, все вы знаете о родственных отношениях между Red Alert и Command & Conquer. Так вот, какая игра является продолжением? То есть Red Alert продолжение Command & Conquer или Command & Conquer продолжение Red Alert? Ну, жду ответов. Победитель получит игрушку Skull Monkeys. Ну, до встречи в воскресенье.